Что смотришь? На такси надо было ехать. Держите его. Держи его, говорю. Мы с тобой где познакомились? Ты Оля? Погоди, я с Виталькой был. Идите, идите. Ох ты. Не, я на тачке не поеду. Садитесь, пожалуйста. Если честно, я сегодня пустой. Сколько до вашего дома? Трояк. Телефончик. Я обязательно верну. Не надо возвращать. Нет, да не поеду. Шеф, прости. Я провожу. Сидите. Минутку, шеф. Вперед. Почему шаблон не взял? Кузьмичок, завтра с обеда перейдешь на штифты. Ты у меня смотри, Брайан. Смотрю, смотрю, Петрушка. Игорь, у тебя голос есть? А что? Выручай, нужно выступить в взводном хоре. Нет настроения. Но настроение придет. Юбилей завода, 200 человек на сцене, оркестр, публика. Всего одна репетиция. Дай 2 рубля, пожалуйста. Тебе не дам. Привет. Футбол смотрели? Да. Опять 0-0. Павел Матвеевич, говорят, вы считаете, нужно правила менять? Давно пора. Как в хоккее? Конечно. Чтобы чистое время? Да. Правильно. И сколько угодно менять игроков? Да. И вести удаление? Да. 2 рубля ты получишь? Нет. Алло, это вы давали объявление в газету о продаже лечебных пиявок? Узнала, здорово. Так получилось, занят был. Людок, может, заскочишь, что-нибудь захватишь? Понял. Извини.
Опять прокол. А где твоя Тамарка с полным холодильником? Может, у нее возьмешь пузырек? Она на вынос не дает. А потом, ты знаешь, я там жениться собираюсь. Коль, может, ты снимешь? А? Нет. Ой, хоть бы пивка попить. Ну нет, ничего не нужно. Что это? Телефон. Чей? Вера. Кто такая? Из овощного. Давай, у этих копейка есть. Нет, та, по-моему, Надя была. Да какая разница? Ты начни звонить, а потом вспомнишь. Господи, вялый ты какой-то. Дай сам. Это рабочий или домашний? Веру можно? Порядок. Вера, привет. А ты отгадай. Нехорошо забывать старых знакомых. Это Игорь. А ты вспомни. Ну ладно, Вера, не смеши. Недавно мы виделись при весьма пикантных обстоятельствах. Догадываешься, так мне очень плохо. Голова болит, температура, врач только что был, а в аптеку сходить некому, помоги. А? Нет, ты ничего не покупай, рецепты все здесь. Чего? Метро Семеновская, Буденного 1, квартира 21. Жду. Будет через час. Слушай, молоденькая, она хоть с умом, с образованием. Вспомнил, это официантка из шашлычной. Я его друг зашел только что. Проходите, пожалуйста. Угу. Вон туда. Спасибо, что зашла. А где рецепт? У меня. Я сам схожу, ничего не беспокойтесь. Да, извините. На всякий случай, ну вдруг не хватит. Рубль. Игорь отдаст? Лучше 3. Они думают, чем дороже выписывают, так сказать, тем лучше врачи. Спасибо большое. Извините, что побеспокоили. Я сейчас бегаю и посижу с больной, так что если вы торопитесь, так сказать. Как голова, врач осмотрел? Расскажи лучше о себе. Что нового? Все по-старому. Я тоже. Как на работе? Да так же. А это что за стрелочки? Мои поездки. О, вы в Австралии были? Ага. Ну и как? Ничего, да судья паршивый попался из Бельгии, второй заезд засудил. Я квартиру запустил с этой болезнью, 6 дней из дома не ухожу. Да. У вас какая-нибудь тряпка есть? Игорёк, порядок! Коля, Коля, Верочка не ушла, она решила нам помочь. А мы уже не знаем, как ее и благодарить. О, это надолго. А больном нужен покой. А вы знаете, как были вычищены Авгиевы конюшни? А кто же это не знает? Таскал этот самый бедолаг свой камень в гору. Туда и обратно, а потом уронил в реку. А там и самая эта конюшня и стояла. Ну, вот теперь я заболеваю. А древние египтяне считали, что при насморке вытекает мозг. Откуда ты все знаешь? Слушай, шла б ты домой, Пенелопа. Наконец-то. Трояк дала на лекарство. Вспомнил, вчера. Метро, такси.
Верунчик, выручай. Та же просьба. Он опять прилетел, только что узнала. И улетает ночным рейсом. Подменишь? Это тот пилот? Нет, он бортинженер. Ладно. Ты прелесть. Да? Веру? Сейчас. Вер, тебя к телефону. Да. Да. Помню еще бы. А мне не надо. Проявите упрямство где-нибудь в другом месте. Я очень жалею, что я вам дала свой телефон. Здесь люди работают. Да. И не звоните сюда больше. Да? Это библиотека. Октябрьская, 12. Все подряд смотришь. Голова разламывает. Найди мужа и переезжай к нему. Мамочка, тебе помочь? Штук 20, ладно? Я бы сегодня успела. Хорошо, я сейчас. Я открою. Мое почтение. Говорил же, я упрямый. Как вы узнали, что вам нужно? Разрешите войти? Нет. Кто это? Это ко мне. Может, сама выйдешь? Извините, мне некогда. Берег как реликвию. Да провожаем одного на пенсию. Решили скинуться на цветной телевизор. 8 рублей купи. Вещи из Амстердама тебе за 6 отдам. Нет. 5. Нет, мне не нужна ваша вещь. Согласен, за 3. Давай по рукам. Нет, ни за что. И уберите, пожалуйста, ногу. Ой-ой-ой. Дай так хоть рубль. Выйдите. Как вам не стыдно? Вы низкий тип, да? Ну ладно тебе, если знал, кто перед тобой стоит, этот низкий тип раньше все имел. Машину, жену, красавицу, японскую технику. Я из загранки не вылезал, сертификатов прикуривал. А теперь у него ничего нет, кроме скучной работы. Он даже влюбиться не может, только подача помогает. А что остается сделать такому роду? Работать над собой, управлять своими чувствами. Чё-чё-чё? Мы работаем на чем и для чего угодно, только не над своими чувствами. Они как беспризорники, они пущены на самотек. Обидели – обижаешься, оскорбили – психуешь, рассмешили – смеешься. А где ты сам? Где ты сам? Надо научиться самому управлять своими чувствами. Хочу – буду веселым, хочу – буду обожать свою работу, хочу – влюблюсь, понимаете? А ты счастливая? Да. Последнее время я много читаю, думаю, можно найти счастье в себе самом. Я в этом уверена, можно. Вер, помоги. Если честно, я гибну. Спаси меня. Я тебе тоже чем-нибудь помогу. Это серьезно? Дай рубль. Задачу будем решать с 4 сторон. Во-первых, вам надо увлечься своей неинтересной работой. По этой брошюре вы ознакомитесь с методом психологического аутотренинга. Это мы проходили. Я собрался, я могу, я уверен. Да? Давай. Ну, это совсем иное. Вам надо определить нужные для вас мысли и повторять их до тех пор, пока эти мысли не станут вашими собственными, понимаете? Давай на ты. Давай. Ну, например, ты стоишь у станка и произносишь. А все-таки у меня прекрасная работа. Какая упоительная власть над металлом. Какое наслаждение покорять его. Одно движение руки, железо, сталь. Ну что там у тебя, я не знаю, превращается в стружку, в порошок, в брызги искр. Здесь я написала подробный вариант упражнения. По часам работы и по дням недели, потом посмотришь. Ничего себе. Слушай, может, проще найти работу поинтереснее? Интересная работа нравится, без самовнушения. Во-вторых, тебе нужно подыскать какой-нибудь побочный интерес. Хобби? Ну, мне больше нравится слово увлечение. Mm-hmm. Выбор здесь огромный. А. Коллекционирование. Марки, монеты, значки и брелки, открытки, билеты, бланки, салфетки, этикетки, бутылки, лампы, чайники. Здесь подробный список. Потом посмотришь, выберешь. Б. Ремесла. Вышивание, выжигание, выпиливание. У тебя кто-нибудь был? Что?
Ну, до нашей встречи кто-нибудь был у тебя, ну, из парней? Был. Не перебивай. В. Увлечения, связанные с природой. Рыболовство, собирание лекарственных растений. Все, мне нравятся открытки. Все, все, все. Хорошо. В-третьих, необходимо воспитывать в себе альтруизм. Список добрых дел. Сдавать лишние книги, сажать деревья, помогать престарелым и беспомощным. Горшочки за ними таскать. Искать родственников, погибших на войне. Как красные следопыты. Почему ты говоришь так, с такой интонацией? Да ладно, ладно, уж только об этом уши опухли, радио, телевидение. Инфляция слов не может затмить сущность идеи. Видим, к сожалению, от тебя это далеко. Почему и далеко? У меня отец вернулся с войны инвалидом. 12 лет мучился позвоночником, мать измучила. Я вообще согласен, про солдат, давай. Хорошо, договорились. И в-четвертых, о личном интересе. Если ты действительно хочешь увлечься, то выбери себе объект достойный, хороший. У тебя есть кто-нибудь на примете? Не, не получится. Как только достойный, так не нравится. С кем не познакомлюсь. Да вот ты. Я тебя сразу раскусил. Хороший, добрый. Ну, не в моем вкусе. Я тебе честно говорю. Ну и ты герой не моего романа. Ну, мне никогда не нравились красивые мужчины, тем более пьющие. Но если бы я захотела, я бы смогла в тебя влюбиться. В твоей тете? Да. Что, если я захочу, смогу в тебя влюбиться? Конечно. Ну, давай. Погоди, погоди. Для этого необходимо обоюдное желание. А потом надо подумать, подойдем ли мы друг к другу. Давай наоборот. Если влюбимся, тогда и будем думать, подходим ли. Ну, договорились? Ну, давай. Чего ты? Ну? Ну что ж, хорошо. Итак, если ты решил увлечься мною, прежде всего, ты должен найти во мне что-то хорошее, оценить это и начать любоваться, прибегнув к помощи того же аутотренинга. А то, что есть во мне непривлекательного, старайся не замечать. Встречаться будем часто, чтобы наши встречи вошли в привычку. И старайся делать для меня приятное. Толстой сказал: мы любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим за то зло, которое им причиняем. Ну, на первых порах все. Но это будет не так-то просто влюбиться не с первого взгляда. Теперь обо мне. Я тебя слушаю. Итак, перед тобой стоит задача, ну, в общем, стать симпатичной. Для этого необходимо... А! Заняться косметикой. А мой вкус, ты должна мне понравиться, сколько я понимаю, волосы отпусти подлиннее. Брови такие тоненькие, ну-ка их выщипывать, понимаешь? Так делали куртизанки времен Леонардо. А? Возможно. Ну, ресницы надо подкрасить, это решено. И вот это твои штучки эти самые, их надо скрыть тоном. Мне смешно тратить на это время. Мало ли что, а не смешно толдычить, что в искрах металла я вижу северное сияние. Или как им ты говорила? Ладно, не перебивай, все, пойдем дальше. Встань, встань, встань. Поднимись. Бэм, одевайся по молодежной моде. Пройдись, пройдись, пройдись. Но главное заняться фигурой. Что это за походка? Где талия у тебя? Чего стучишься? Многое зависит от тебя, очень многое. Вот труднее с этим, понимаешь. Тут тоже есть разные упражнения, гантели, массаж, брошюры там разные. Там все написано. Вот, а самое главное, должна быть уверенность, что ты смазлива, что ты хороша с собой. Это только у дур бывает. И дурой нужно быть немножко, если хочешь, понимаешь? Неси такую чертовщиночку в глаза, такую чертовщиночку. Бывают девчонки, вроде бы нет ничего. Ты меня понимаешь. Если бы нас кто послушал, это же белая горячка. Нет. Мы вступаем в интереснейшую полосу нашей жизни. Ну что ж, начнем. Итак, что же в нем хорошего? А. Ум. В высшей степени проблематично. Б. Душа. Потемки. В. Характер. Зигзагами. Что еще? Так, что же в ней все-таки хорошего? Ну, то, что дурдом по ней плачет, это ясно. Но для начала надо все же за что-то цепиться. Ну, за что? Ножки. Ножки, как у козорожки. Фигура. Спроси что-нибудь полегче. Мордашка.
мордашка, промокашка. Бред какой-то. Как она меня в это лихо втравила? Верунчик, сделай одолжение. Отметьте завтра в книжном на собрание Лескова. У меня никак не получается. Завтра? В 9. Только не на мою фамилию. Она Долболобова. Запомнишь? А зачем такому Лесков? Верунчик, это прекрасный тонкий человек. Вот такие пальцы. 6 языков. Интеллигент в 7-м колене. А фамилия – это трагедия его жизни. Только смотри, не опоздай. Итак, срочно требуется доказать, что мне с работой безумно повезло. Ведь если поковыряться, кто я такой? Я пластилин над металлом. Хочу из болванки вещь сделаю, хочу сотру в порошок. Нет, ты не заточник, ты скульптор по металлу. А что? Ты Вутетич, Роден, ты Мухина. Заходи. Ну как, упражнение? Знаешь, пока не очень. Это тебе подспорье. Начальный курс аутотренинга, врача-психолога, доктора наук. Будь аккуратен. Само собой. Не порви, я дала честное слово. Не беспокойся, а это тебе. Спасибо. Вот начало твоей коллекции. Ну, эти 3 так себе, а вот это совершенно уникальное. Как ты думаешь, что это? Это Англия, начало века, королевская охота на лис. Что ты думаешь, глядя на это? Глядись, какие костюмы. Какая посадка у мужчин, у женщин. Как острижены хвосты у лошадей. Потрясающе. Тебе не интересно? Ну ты что? Я тебе не навязывала открытки, ты сам выбрал. Нет, я потом посмотрю, подумаю. Знаешь, мне трудно с тобой заниматься. Ты не стараешься. Ну ладно, ты тоже не сделал то, что я тебя просил. Понимаешь, мне тоже трудно заниматься. Ну, фигура – дело времени. Ну, крем, брови можно было сделать. На первом месте у женщин должны быть внутренние качества. Ну, брось ты, ну как я вношу симпатию? Только красавицы могут не думать о внешности. Толстой, список добрых дел, а у самих одно на уме. Я вас насквозь вижу. Примитив. Каракатица. Неудачник. Так, теперь линяй отсюда. Прости меня, пожалуйста. Ладно, забыто. Знаешь, один писатель сказал, что люди напоминают собой стадо дикобразов, бредущих по холодной ледяной равнине. Им холодно, они жмутся друг к другу и колят друг друга своими иглами. Попробуй с тылом маневр. В моей работе есть толк, не всякого. Она людям приносит пользу. Еще какую? Значит, я просто обязан. Нет, брат, не то. Как на собрании. Что, если вместо этих плакатов Венеру повесить, голую, Петрушин дуба даст? А если стихи учить? Идет направо, песню заводит, налево сказку говорит, там принесет, там лишь бродит. Нет, не греет. Братцы, никак не греет. Брагин, почему не явился? Ты один не взялся за обязательства. Ладно, подпиши 102%. А вдруг не выполню? Ну, значит, не выполнишь. Нет, если я не уверен, не могу дать обязательства. Ну, что ты голову морочишь? Ты читал о важности соревнований? А ты читал вроде формального подхода? Тебя опять пора прорабатывать. Да нет, я просто наговариваю на него. Должны же быть в нем хорошие качества. Внимание. Сосредоточься и не рассеивайся. Луч прожектора на нем одном. Вон он там, в круге света. Начали.
он простодушен и неблагоразумен. Это разве плохо? Взял и ушел из спорта, не понимает, где его выгода. Вот за что нужно зацепиться. Мне должно нравиться его простодушие. Мне нравится это, мне нравится, мне нравится. Ни капельки не нравится. Извините, вы не подскажете, как мне найти Веру Силкову? Это я. Ой, Верочка, милочка, солнышко. Мне посоветовала обратиться к вам Ирина Львовна. Надо мать из клиники забирать. И как раз придет телевизионный мастер. Ко мне домой. В субботу. Не посидите? Ой, вы знаете, я в субботу, вероятно, не смогу. А вы постарайтесь. Я вам дам адрес, все напишу. Это очень просто. Как выйдете из троллейбуса, сразу направо, большой дом торцом, мимо химчистки и сразу подъезд. Ну, я не смогу. Ну, что же мне делать? Ну, попросите мастера прийти в другое время. С ними бесполезно разговаривать. Я уже месяц жду. А попросите в больнице. Что вы? Там же так строго. Ну, я не смогу. Извините, я в субботу за город еду. Странно. А мне вас совсем с другой стороны рекомендовали. Привет, Коль. Выходи. У тебя, Мак, в порядке? А че? Прослушно. Давай. Хоть веселенькое что? Вчера Тамаре опять куклу какую-то подарили. И чеканку грузинскую. Не квартира, а музей какой-то. Игрушечки, безделушечки, финтифлюшечки. Каждое дежурство кто-то что-то почему-то дарит. Ой, Игорек, боюсь я. Что за пленка? А? Правда, тренинг слышал? А? Человек может управлять своими чувствами. Пособие. Автор, доктор наук. Я спокоен. Я удивительно спокоен. Дух безмятежности наполняет меня. Все мысли и заботы ушли, растворились. Что за бодяга? Вступление. Я прислушиваюсь к своим мышцам. Они свободны, расслаблены. О, это по делу. Расслабимся. Мои мускулы хорошо отдохнули за ночь. Я готов встретить грядущий день. Встретить бодро, встретить энергично. Внимание! Я! Молния! Удар! Забавный мужичок. Все мое тело наполняется живительным электричеством. Я чувствую упругую дрожь своих мускулов. О, вздрогнем. Сильный кислород наполняет мои легкие, проникает в кровь. Алло, нет, это не Игорь. Забыл предупредить, я дал твой телефон. Да, привет. Вот, заводим. Ничего, мы обслушаем. Хорошее упражнение взбадривает. Взбодримся. А? Завтра? Куда поедем? Давай, командуй. На вокзале? Во сколько? Буду, как штык. Пока. Ровная, я спокоен, я удивительно спокоен. Вот и спи спокойно, дорогой товарищ. Все это мура, Игорек. Человеку копейка нужна. Не будет копейки, никакой тренинг не поможет. Ты мне, Игорь, не нравишься. Йогом заделался. Знаешь, ничего не изменится, если ты до 30 получилось какой есть, то и не переделайся. Не мешайте, пожалуйста. Я разговариваю со своей женой.
Да, не понял. А ты как на вокзале? Как 10? Ничего не понимаю. Давно встал, позавтракал, сделал все твои упражнения. Точно, да, они стоят. Извини. Слушай, может, мы с тобой на другой раз перенесем, а? Ясно, ясно. Все, бегу-бегу. Я уже одетый. Вот. Что это? Открытки из этого киоска. И ты знаешь, весьма интересные. Сэм, не грей. Что, уже надоело? Да, лучше я спичной коробкой буду себя. Твое дело. Ну, пойдем. Ты меня куда везешь? Электричка теперь не скоро. Вот, посмотри, подруга дала. К ним в Ухтомцево пришло письмо. Прочти. Неразборчиво. Здравствуйте, дорогой музей. Низко кланяйте вам жена красноармейца Муштакова Ивана Ивановича. Мужа моего взяли на второй день. Только одна весточка была. А как пришел немец, больше листов я от него не получал. Много лет я и дети его запрашивали, но результатов нет никаких. Мочи нет, устали ожидать. И вот один человек отписал, что видел недалеко от вашего музея памятник с его фамилией. Я сильно плакала, целую конверт. Неужели я смогу узнать, где он погиб, и поехать посмотреть, где покоится мой кормилец? Дорогой музей, отпишите мне, правда ли есть такой памятник, заранее с благодарностью за вашу чувствительность. Желаю вам счастья. Мы будем искать, пока не найдем. Я буду ждать тебя каждую субботу на этом самом месте ровно в 9. Здесь? Да. Пойдем. Ну, приступим. Почувствуем упругую дрожь наших мускулов. У нас сегодня какая тема занятия? Обоснование оптимистического восприятия мира. Весь внимание. Сплошь и рядом многие не ощущают праздника жизни. Не сутулься. А вот мы едем, смотрим, это уже счастье. Мы разговариваем, это тоже счастье. Посмотри. Я всегда удивляюсь, он скучающе едет и скучающе смотрит. Да понимает ли он, что он избранник? От одного этого с ума можно сойти. Избранник мироздания. Вынули на секунду из небытия, и через секунду опять вечная тьма несуществования. На одну секундочку. Да ведь он вопить от радости должен, что живет. А ему скучно. Да ты плохо слушаешь. Что происходит? В него ничего не проникает. Так ведь никакой симпатии не возникнет. А если пробудить к нему чувство жалости? У женщин от жалости до любви один шаг. Надо представить, он сломал руку. Нет, лучше ногу. А еще лучше шею. Ему больно. Гипсовые оковы. Несчастненький, бедненький котеночек, бедный. Не получается, а? Что же еще он может сломать? А зачем выдумывать? Он действительно бедненький. Он же выпивает. Он мучается, когда вынужден тратить целый вечер на это мнимое веселье. Он мучается, наконец, от стыда. Их раскрасневшиеся лица, ведь это вечная краска стыда. Пружинь, шарок, ты не носок. Носок на себя и спина прямая. Сколько раз говорить? Да, безнадега. Никакого желания даже поцеловать, хоть режь. И шаг какой-то тяжелый, не женский. За что зацепиться? За что? Ни сучка, ни задоринки, ни бугорка, ни впадинки. За что же так? За что же умненьких природа обижает? Кому говорят, тяни ногу. Запомнишь ты в конце концов. Начинай шаг с движения бедер, а не колен. Я помню. А в чем дело? Не могу. Ты через не могу, соберись, выложи. Мне тяжело. А легко бегать с весом по песку? Легко 20 тонн штанги в день? А легко 5 километров мегаскоков, да еще на одной ноге? Но все равно, я устала. Мне тяжело. Я не буду. Как не буду, как не буду? Мы договорились? Я не могу из-под палки. Не можешь и не надо. В гробу я видел твой психовный тренинг. Ну и пожалуйста. А я не из-под палки делаю, ведь ты королева красоты. Разбежался, завелся. Я чувствовал, будет одна говорили, я с детства ненавижу. Он прав, он прав, он прав.
Я должна была его слушать. Обязана, раз мы затеяли этот эксперимент. Обязана, иначе все развалится. Развалится. И с чем я останусь? С чем? Одна? Всегда одна? Нет, нет, я смогу. Я выкарабкаюсь. Я выкарабкаюсь. Мне никто не звонил? Нет. А ты никуда не уходила? Только чаю попить. Ну вот, я так и знала! Учти, кому надо всегда дозвониться. Ты чего? Пришел пригласить, угощаю. Не хочу. Я получку получу. Не хочу. По одной. Не хочу, надоело. Ты заболел? Ну ладно, так посидишь. Ну пойдем, не обижай. Вчера у Тамарки на этаже весь вечер проторчал, прояснял обстановочку. Мужики толкутся около нее, улыбаются, тарабар разводят, дальше больше. Чай приглашают ее пить или день рождения отметить. Кто шоколадку подарит? Кто цветочек, а один фирмач-японец, представляешь, альбом с образцами красок, один социал, рубашку, в чемодан, говорит, не влезает, так вашему жениху презент. А я-то рядом сижу, в газетку уткнулся. А Тамарка хохочет. Говорю, может, передумаешь? Не хочу пить один. Ну что, я алкаш, что ли? Ты гибнешь, Игорек. Этот чокнутый библиотекарь тебя с пути сбивает. Нет, не зря там на пьедестале Оливейра скажет чемпиону: ты победил, но первый в мире среди нас всех он. Мы впервые оказались в местах, где еще не ступала нога человека. Это была первая экспедиция в мире, снаряженная в поисках этой таинственной бабочки. И мы первыми зарегистрировали ее существование. Многие ученые с мировым именем стали... С таким подыхать, это кто сказал? Это там, толстяк, мне смешно, я тебя рубль просил, а тебе сам десятку дал, сквалыга! На, выпущу. Кто сказал, что я причем? А все могу, могу бутылку взять, могу не взять, могу на север поехать, старушку спасти на пожаре могу, где пожары? Кого нам спасти? Зато у меня есть А, Б, В. И я есть. Я не исчез. Слышь, я не исчез. Я есть. Есть я. Обижайся за тот раз, мне вообще-то заносит, я потом сам жалею. Меня после спорта березку устроили, мне обеими руками, я ихнего товароведа командовал много, послал подальше. А как из спорта ушел? Выше второго места не поднимался, комплексовать начал, изъел себе. Первое место. То врач виноват, то трек не тот, то на сборы не взяли, то номер на шумную сторону. Не жизнь, а кошмар. Ты знаешь, я овощным грузчиком работал, зарплату пузырьками получил. А как ты на завод попал? После овощного долго не работал, все убирал, искал, не то, не по вкусу.
махнул на все и загадал. Подойду к доске требовать, ткну пальцем в третье объявление, в третью строчку. А зачем тебе надо было быть первым? Потому что вторые неудачники. А ты любил спорт? Работал по 4 тренировки в день, меня со стадиона выгоняли. Ты же был счастливым человеком. Знаешь, у каждого в жизни есть свой пьедестал. Но многие предпочитают карабкаться на чужом. Ты приобрети во всем свой взгляд на вещи, свой стиль. Не прилепляйся к хвосту. Кто-то толкается, чтобы получить свою долю. Ты выйди из очереди, это не твое. Тебе не достались джинсы, и прекрасно. Есть особый шик не следовать моде. А если мода лезть вперед, не уступить свое, вырваться из неизвестности, тогда как? Ну вот, ни одной фамилии, потому что рядовые. А был бы генерал-полковник, фамилию бы узнали, имя, отчество, отдельный бы памятник соорудили. Вот так. А вы говорите, лапшу мне на уши вешайте. Но почему тогда во всех странах такой большой почет к могиле неизвестного солдата? Все делегации, президенты, премьеры, короли, министры, все несут цветы к неизвестному солдату. Никогда не задумывался над этим. К тем, кто отдал жизнь за свою землю и не оставил следа на этой земле. Безымянный подвиг, наверное, высший подвиг. Может, такого здесь нет? И здесь его нет. Ну-ну-ну, пошла отсюда, пошла, пошла, пошла. Эй, в чем дело? Пожалуйста, заберите отсюда собачку. Она вам мешает? Здесь не место для выгула собак. Слушайте, идите своей дорогой, не устанавливайте свои порядки, где вас не просят. Ну, пошла, пошла отсюда, пошла. Ну, тебе говорят. Эй, вы, что вы привязались к животному? А вы не понимаете? Не понимаю, осквернение памятника, чем она его оскверняет? Лучше бы за двуногими следили. Вот я и слежу. И вам должно быть стыдно. Перед кем? Перед вами, что ли? Перед собственным сыном. Ой, я вас умоляю, только не надо. Вот так уже сыты, слышали, так что топайте. Ищите себе аудиторию поблагодарней. Ты что там делаешь с собакой? Что ты над ней издеваешься? Прицепиться больше не к кому? Хам, выдла, пьянь. Не понял? Сейчас поймешь. Сейчас тебе все объяснят. Я на таких нарвался. А на каких я нарвался? Узнаешь, только что потом не пожалел. Так все же, на каких? На каких я нарвался? Очень хочется понять. Пойдем отсюда. Разве сам не видишь? Не вижу. Очень хочется узнать, на каких я нарвался. Ну, пожалуйста, объясните. А ну, пошел отсюда. Пошел, пошел. Руки. Врач оглобля. Да руки, говорю. Пошел, я сказал. Руки. Пошел! Ты что машешь-то, ублюдок? Ты что делаешь? Ну что? Ты что делаешь? Объяснишь, на каких я нарвался? Гена! Объяснишь? Гена! Ну что? Отпусти его, хулига! Ну, больно! Отпусти его! Папа! Папа! Папочка! Гена! Отпусти, говорю! Отпусти его! Вот, вот этого ты как раз не учел. Один звонок, и тебе это очень дорого обойдется. Ты меня долго будешь помнить. Ну покажи, покажи, что там у тебя. А ну не подходи, бандюга! Не приближайся, тюрьма по тебе плачет. Пошли. Алкоголичка! Копарь, тварь узколобая! Дрянь! Быдло! Дядь! Грязь из-под ногтей вычисти! Посмотри, какое удивительное состояние природы. Какой полутон, неопределенность, ни море, ни суша. Неужели ты не чувствуешь? Какая композиция, какой валер. Тебе нравится, как квакают лягушки? А это? Ты посмотри, какая прелесть. Ну смотри же. Ах так? Ой,
вот эта и травинка. Гляди. Зачем ты это сделал? Просто. Что же произошло? Его прикосновение мне не было противно. Более того, оно было даже немножко приятно. Огорчает, правда, что он это сделал неожиданно, как дикарь, сзади. Но странно, все равно это было приятно. Вот что значит рациональная психотерапия. Значит, нужно не сбивать темп. Продолжаю. Почему же он мне стал нравиться? Действительно, почему? Кажется, понимаю. Он начинает становиться другим. И в этом есть моя доля. В этом есть я. Нахально? Самоуверенно? Да. Но это так. И это мне нравится. Это согревает. Что-то уже проникает. Извините, пожалуйста. Простите, что вы посоветуете мне купить? Все перед вами. Как на ваш вкус? Это приличный джемпер? Здесь же нет ничего. Импортную кофточку хотите? А она модная? Еще бы. Только отойдемте в сторону, а то налетят, с руками оторвут. Ой, какая красивая. В самый раз. Да? Берите, не пожалеете. А сколько стоит? 45. Ой, дорого. Сколько отдала? Мала оказалась. Я бы ни за что не продавала. Ждала бы, когда дочка подрастет. Но деньги нужны. Берите, не пожалеете. Беру. Ой, милиционер. Стоит вроде. Ну да ладно. Вот. Носите на здоровье. Я побежала, спасибо. Это вам спасибо. Мамочка, ты не будешь меня ругать? Что случилось? Нет, ты сначала скажи, не будешь, скажи. Ну, не буду. Ты знаешь, я весь свой аванс истратила. Смотри. Что это? Не знаю, здесь была кофточка. Это, наверное, женщина перепутала свертки. Ты что, срок купила? Да. Я пойду туда. Она там, наверное, ждет, волнуется, стоит на том же месте. Господи. Как же ты будешь жить на свете? Такие, как мы, нужны, необходимы. Без нас крутись, вертись и не выкрутишься. Нас, прошу прощения, почитают и уважают. Ну и что? Тотем. Получается, каждый сверчок, знаю, свой шесток. Хорошенький поворотик. Как она говорила, ищи свой пьедестал. Запутался. Так что пригнись и не разгибайся, как муж таков. Ну, тогда я... А чем ты там? Попри там, что мы оба неизвестны. Умник. Да он жизнь отдал, а ты что? Ешь ты. Да если надо с меня спросить, я все сделаю. Я тоже могу встать, пойти, рубаху рванув на груди. Если нужно будет, я готов быть рядовым и неизвестным. Ладно, ловлю на слой. Рвани рубаху, элементарно подкалываю. Нормально, по-человечески. Ну? Нет, не греет. Ну ты же только что говорил, готов. Да? Елки зеленые. Жизнь отдать готов, а 8 часов отдать не могу. Почему? Брайан, распишись. Завтра в совхоз на 2 дня и не вздыхай. С нашим цехом еще поборешься. Что ты не в том списке? Как это не в том? Раньше меня включали не сюда. А куда? Бывалчик, к примеру, там в Амстердам. А теперь в деревню по вырышке. Эй, дружище! Как у вас тут насчет культурного отдыха? Все, что положено. Лекция, кино, буфет, танцы. Ха, не густо.
богатый. Опять смешливо. Давай. Это не в жизни. Не мешай. Тю-тю-тю-тю. Твой день сегодня дорогой день. Все равно. Сколько можно? Только твой день. И всю радость жизни тебе вручаем. А все печали за чертой остались. Иди сюда. Дай руку. Какой у тебя, правый или левый? Обе. Гражданин, куда вы меня тащите? Туда. Зачем? Сейчас объяснить или потом? Сейчас. С давних пор человечество было вынуждено постоянно решать вопрос о сохранении жизни, чтобы преждевременно не сыграть в ящик. То есть, как прокормить не только себя, но коров с быками, гусей с козлами. С этой целью было решено заготавливать продукт, собирать его, сушить и свозить в определенные пункты. Батюшки, так ведь это же сеновал. А я о чем говорю? Куда, куда? Туда-туда. Зачем? Объясни сейчас или потом. Конечно, сейчас. До давних пор человечество стремилось узнать тайны небесных светил, то есть звезд. Оно наблюдало за ними ночью и днем сквозь стеклышки. Под ладони, наконец, через телескопы. Куда? Куда? Вот и теперь в одиночестве, в темноте, пусть даже сквозь прореху в крыше мы будем наблюдать звездочки. Прелестно? Мне так не кажется. Эй, чего тебе тут надо? Брысь отсюда! Не трогай его, он такой несчастный. Несчастный? С чего ты взял? Ну, смотри, рай же одинокий, невезучий. Да он плевал на везунчиков. Есть гордость не преуспевание, считает он. Да здравствуют те, кто остался ни с чем. Да здравствует особый шик, не гнаться за модой. Да здравствует собственный взгляд с крыши. Чего жалеть-то? Брысь отсюда. Ты из 5-го КБМ? Я из ремонта. Тебя как зовут? Наташа. А тебя? Игорь. Поцелуй меня, пожалуйста. Как ты думаешь, он понимает? Этот все понимает. Иди сюда. Прыгай. Наташка, иди ко мне. Иди. Как все это просто. Просто до гениальности. Конечно, мне он нравится. Раз это мое творение, мое возлюбленное создание. Возлюбленное? Неужели это так? Конечно. Раз это мое произведение, мое чадо, мое дитя, моя душа, моя частица, мое ребро. Ты одна? Я никогда не бываю одна. Вот, например, сейчас я думаю о каком-то человеке. Ведь он сейчас сию минуту что-то делает, живет. А я подумала о нем и породнилась. Мы с ним побратимы одномоментности существования. Понимаешь? Вот и Наташка так думала, что я кандидат. И она, как все. Я это с детства слышу, стань кандидатом, стипендиатом, лауреатом, дипломатом. А если не получилось, значит, все, не вышел в люди. Нет, я выдвоенные люди. Я должен, я обязан, я хочу, я буду. Их же действительно миллионы, неизвестных, рядовых.
Да, я стою у станка, да, руки грязные, да, рожа неумытая. Я работаю, я есть рабочий, его величество. Я не один, нас много, мы требуемся, нас нуждаются, нас не хватает. Нас попросим, мы отдадим, нас позови, мы пойдем, нас подними, мы встанем. Встанем и будем стоять несокрушимой вечно стеной. Вон оборотил, даже голова закружилась. Так верю или не верю, не пойму, чего-то не хватает. Кто ответит, кто поможет? Мама, мама, услышь меня. Мама, где ты? Помоги мне. Ты же была счастлива. Ты ведь жила не для себя, а всю жизнь для других. И поэтому была счастлива. Я ведь твой сын. Почему же я не такой? Почему же я не могу? Почему я мучаюсь? Почему я не знаю, куда деться? Мама, ну помоги мне. Где Семенов? Его вызвали куда-то. Вот, можете хоть про него написать. Неплохо стал работать. Здравствуйте, извините. Здравствуйте. Я из заводской многотиражки. Я бы хотела немного написать. Простите, как называется ваша профессия? Заточник. А как вас зовут? А это зачем? Ну как же. Девушка, я Брагин. Игорь. Только не надо ничего писать и фотографировать. Я прогульщик, вину пристрастен. И мой дедушка был на купирной территории. Как же? А зачем же он вас рекомендовал? Так я ж ему собутыльник. Вот так. Да. О, привет. И узнал, и помню, и думаю. Очень. Очень. Наташа, не по телефону. Хорошо. Тебе не стыдно? Наташа, прекрати, сейчас же. Хочу. Ну, думаешь, удобно? Хорошо. Угу. Бегу. Что? А, ты? Так, это... Тут камни обтачиваем. Нет, не греет, нет. Не могу пока хобби найти, нет. Ну, если ты знаешь, что приеду завтра, чего ж ты звонишь сегодня? Проверяешь, что ли? Ну, что это такое? Ну, как так? Ты там влюбился, да? Нет, не глупости. Нет, не вдавливай, я чувствую. Он как ребенок не видел перед глазами 3 дня и забыл. Не видел и забыл. До свидания. Не видел и забыл. Я спокойна. Мое сердце бьется спокойно, я ко всему отношусь философски. Я вообразила, что это мое. Безнравственно и пошло. Как можно идти на поводу своего эгоизма? Наоборот, пусть он уходит. Уходи. Иди к ней. Я счастлива твоей изменой. Люби ее, целуй. Пусть у вас будет много детей. 2 мальчика. И 2 девочки. Что тут мудрить, Верочка? Ты просто не нравишься. Вера, пришло письмо от дяди Филимона. Зовет на свою деревню. Ненавижу. Что такое? Ненавижу. Себя. Всех ненавижу. Что она говорит? И тебя. Боже, слышал бы отец. И его ненавижу. О покойном? Вы преступники. Вам нельзя было иметь детей. Вам надо было запретить иметь детей. Кого вы производите на свет? Каких-то уродин, которые всю жизнь потом обречены мучиться. Все время, рано или поздно, их ставят на место. Откуда? Откуда этот лоб? Это кожа? Откуда? Здравствуйте. Вы, однако, шутник, товарищ Брагин. Мы и не знали, что у нас работает серебряный призер чемпионата. В чем дело? Мир тесен.
Михаил Петрович хорошо помнит вас. Просил позвонить. Это мой дядя. Но дело не в этом. У меня осталось все то же задание, и я хотела бы написать о вас небольшую статью. Бывший спортсмен ставит рекорды на другом поприще. Не надо. Но это даже некрасиво. Я уже была и в отделе кадров, и в библиотеке. Смотрела материалы, подшивки. Вы раньше были намного слабоохотливы в своих интервью. Можно, Михаил Петрович? Брагин! А ну-ка иди, иди. Постарел. А вообще ничего. Вспоминаешь? Помнишь, как я тебя в торпедо сманил? Помню, помню. У меня, знаешь, всегда размах был. А чего ты из спорта ушел? Из-за того, что на Европу не взяли? Конечно. Сборочную выиграла, поехал другой, с мохнатой рукой. Ну ладно, ладно. Я и сам теперь в другом месте. Спортобеспечение. Недавно назначили. Слушай, ты мне нужен. Идея есть одна. Ты рабочий? Ага. Хорошо. Видишь ли, есть должность. Маленькая, правда, но с перспективой. Пока 130. И одну поездку в год гарантирую. А потом окрепнешь, развернешься. Погоди, а как у тебя с этим? Не-не-не, все. Завязал. Хорошо, иначе. А как с семьей? В разводе. Это хуже. Ну, ничего. Это дело такое. Поговорим, покумекаем. Я тебя всегда ценил. Заполнишь анкету, приходи послезавтра. Дело срочное. Охотников на это место хватает. Ты меня понял? Мне свои люди вот так нужны. Да. Друзей трудно приобретать с годами. Сколько с тобой мы уже? Когда дом заселяли-то? Понял. Куда нам теперь? Около начальства будешь шиться. Другие интересы. Отдаляешься от меня, Игорек. Отдаляешься. Ладно, что ты. А вообще-то я рад за тебя, Игоречек. Представляешь? Если бы Тамарка на другую работу перешла. Не хочет. Нравится ей. Понимаешь, передо мной, говорит, разные люди проходят их заботы. Я, говорит, теперь все города знаю, все республики. В гостинице, говорит, я интересами всей нашей страны живу. Можешь себе это представить? Да. Игорек, слышь? А может, ей ультиматум поставить, а? Ну, чтобы на работу ходить в старом платье, чтобы прическу не делать и ресницы не подмазывать, а? Он мне 5 дней не звонил, 5 дней. Верунчик, скажи, а ты пробовала свою эту тренировку? Конечно, но пока не помогает. Постарайся вызвать у себя к нему отвращение. Не презрение всякие там иные интеллигентные чувства, они только усугубляют, а именно отвращение. Ты любишь вареный лук в супе? Нет. Отлично. Представь себе, что, видя своего гегемона, ты надкусываешь эту мягкую, склизкую, сладковато-отвратную луковицу. Ну как ты можешь сопоставлять то и это? Ну тогда возьми за свой счет 10 дней, поезжай куда-нибудь в Прибалтику, в Гагры, познакомься с кем-нибудь. Ты теперь у нас прелесть. Цыпочка, кадр, как подменили. Да будь такая возможность, я бы твою головку отрезала и на шифонер поставила, чтобы всегда любоваться. Да выкинь ты его прочь. Перебей чем-нибудь. Никуда, конечно, я не поеду. Но я ему изменю. У тебя что, есть кто? Нет. Верунчик, Верунчик, позвонила старому знакомому, хочет с тобой встретиться сегодня же. Сюда приехать не может? Увидитесь у кинотеатра «Лотос» в 9 часов. А как мы узнаем друг друга? Я ему тебя описала. Будешь сидеть на скамейке, напротив кинотеатра, у входа. Он сам к тебе подойдет. Пусть мне будет хуже. Это заменит мне целый месяц аутогенных упражнений. Не двигайтесь, вот так не двигайтесь. Джотто, Мадонна, Висанти.
потрясающе. Не поворачивайтесь, ради бога, не поворачивайтесь. Я боюсь, что только этот ракурс наделен таким совершеннейшим сходством, или все пропадет. Этот образ, рисунок, субстанция души, идея. У меня есть великолепная репродукция с этой картины Джотто. Тут недалеко. Вы сами не знаете об этом, даже не догадываетесь. Ваш стиль не всем понятен, не популярен. Он не доходит. И я, знаете, не удивлюсь, если у вас сложности с поклонниками. Чтобы вы нравились, нужно быть человеком вкуса. Немножечко, знаете, французом. Вы не для толпы. Вы не для них. Им смазливых подавай. Они не понимают. Вы не ширпотреб. Вы интпошив. Не правда ли? Моцарт — это вдох, а Бетховен — выдох. Это действие, сила. Это нежность хищника. Варвар, не стыдящийся своих слез. Это, если хотите, улыбка Ивана Грозного. Не правда ли, это не до? Это после. Спасибо. Все. Считайте, что это произошло. Спасибо. Как считаете? Ну, вообразите, что все уже случилось. Было и... То есть, как вообразить? Вы издеваетесь? Не настаивайте, иначе я сообщу о вашем поведении Нине. Какой Нине? Той, которая звонила вам сегодня. Что вы голову морочите? Не звонила мне никакая Нина. Не кричите! Не шумите нам сейчас! Плачь! Подождите! Подождите! Плащ! Алло? Алло? Вер, это ты? Алло? Подождите! Ну что, вы что? Вы не умеете себя вести. Вера, я знаю, это ты. Что случилось? Ты где? Да возьмите свой плащ. Я хотел, чтобы все красиво, а вы милицию вызываете. Стыдно. Я звонил в библиотеку, там никто не подходит. Ничего с твоей сестрой не случится. Спи. Спи. Поверишь, но я нашла. Я все ноги обила, когда ты был на картошке. Я три сельсовета обошла, а потом увидела на обелиске Мустафин, а потом он, Муштаков. Было страшно, темно. Я написала письмо его жене. Она приедет в субботу. Что это с ней? Я знаю, ты меня похвалишь. Что это с ней творится? Это был он, глаза. Муштаков. Братцы, какие глаза. Как же я раньше этого не замечал. Кажется,
кажется, ёкнуло, потеплело что-то. Ух ты, кажется, пошло. Чувствую близок. Неужели начинаю верить? Чудно. Получается, чем больше думать о других, тем легче жить на свете. Но жаль. Жаль, что уйду отсюда. Жаль, не почувствую, не узнаю, не поверю до конца. Жаль, что появился этот спотснаб. Товарищи, жаль. Люди, жаль. Мама родная моя, жаль. Хотел бежать по своей дорожке, по своей, только по своей. Нет ни первого, ни второго, ни последнего. Потому что я на ней единственный. Хотел сам себе ставить отметки и сам себе присуждать призы. Очень хотел. Я заводной. Я бы добился. Но не судьба. Давай-ка. Так. Так. А работа с людьми или больше с бумагами? И так, и эдак. А как, от и до? По обстоятельствам. У вас подушечки нет? Закрой-ка дверь. Начальников надо мной много? Ну, брат, не без этого. Пока ты шестой подползающий. Но ведь самая главная работа перспективная. Через полгодика введем тебя в секцию, потом в отдел. А там, глядишь, иначе дело свалится. Он давно уже качается. Его только чуть плечиком подтолкнуть. Всего-то хлопот. Так. Тут чего-то. Да я, пожалуй, не справлюсь, Михаил Петрович. Ничего, не робей. Да нет. Я отказываюсь. Ты что, обалдел? Опять норов свой показываешь? Не обтесала тебя жизнь-то? В какое положение ты меня-то ставишь? Я же всюду договорился. Помнишь тот твой фортель? Потом жалел? Честно? Жалел. Ну так вот, не повторяйся и не высекай. Можно я подумаю? Ладно, иди и думай. Жду до субботы, до 23. Улетаю в ночь на воскресенье. Надумаешь, позвони. Прямо домой. А суббота, между прочим, завтра. Учти. Ты меня понял? До 23. Она стройненькой становится. Фигурка, ножки. Стоп, стоп. Опять. Что мы забыли? Глаза. Вот именно глаза. А в них доброта, а в них глубина. Милые дурнушки, в каждой из вас спрятаны кто? Вот именно красавица. Здравствуй. Здравствуй. Я с ними договорилась там, на перроне, 2 часа. Так что у нас куча времени. Мне бы успеть позвонить, деловой разговор. Девушка, девушка, а минуточку. У нас, простите, маленький спор, ваше мнение, что такое счастье? Что заказывать будем? 2 бифштекса, мороженое, кофе. А по-моему, все очень просто. Счастье – это быть любимой и любить самой. Того же самого. Того же самого любить-то, кто тебя любит. Ну да, разумеется. А как же иначе? Молодая еще. Вот он. Вот он. Ванечка, родник. Посмотри, каких я тебе детей-то вырастила. Тут твой сыночек Минечка, тут твоя Нюсенька.
Скакал казак через долину, через мажорские края. Скакал он, а всадник одинокий, блестит колечко на руке. Кольцо казачка подарила, когда казак пошел в поход. Она дарила, говорила, что через и год буду твоей. Она дарила. Алло? А, здравствуй. Да нет, да так, замотался. Нет, не болею, все. Наташенька, ты меня прости, я что-то не понимаю. Я не могу. Наташка, ты хорошая девчонка, я, наверное, виноват перед тобой. Я не понимаю, ничего не понимаю, я не могу. Простишь, да? Спасибо. Спасибо тебе за эти слова. Положи ты первый. Счастливо. Ты мне нравишься. Это что, текст упражнения? Ты просил напомнить, тебе надо было позвонить. Почему ты молчишь?
Страшно. Как начало мира. Еще ничего нет. Ни времени, ни пространства. Все, поехал.